Примеры безалаберного отношения управляющих компаний к своей работе прямо сейчас. В эфире «Дежурный по городу». Здравствуйте. Улица Георгия Димитрова, 33, первый подъезд. Жильцы нескольких квартир недовольны работой полотенцесушителя, который, как правило, бывает холодным. По стояку во всех квартирах в ванной не работает стояк. По стояку. Ну а что толку? Я звоню, они не идут. Вот если 5 раз позвоню, 1 раз придут. Ну вот так воду спустятся, уходят, и все. В результате через час она остывает, и все. И опять холодная. И будет холодный и день, и два, и неделю, и месяц. И вот так из года в год. Обращаюсь я очень часто. Очень часто, потому что в ванну не могу же я в шубе залезть. Здесь же надо все-таки тепло. Даже сейчас, как научил меня слесарь, кастрюлечку погрейте и помойтесь. Но это не август. Должен работать он всегда, и зимой, и летом. Но у меня он не то что летом, он не работает зимой. Он зимой не работает. Вызываю слесаря, он приходит, спускает воду, уходит, он остывает через час. Все. И если его не тронут, он будет холодный всю зиму. Он не работает фактически. Почему-то в комнате на кухне топится без всегда. Как дали, и так оно и топится. А здесь нет. Улица Авроры, 93, второй подъезд. Жильцы трехкомнатных квартир получают тепло не в полном объеме. Я жаловалась в дом правления. Все время звонила, и никаких заявку дам нет. Я сама туда ходила попутно из больницы. Заявку опять нет. В четверг звонила, а мне... Время будет, придут. Время будет, придут. Но я взяла вынужденно уже, звонила еще, видно, в филиал, что ли, какой-то. Там звонят, говорят, звоните в дом правления. А дом правления никаких мер. Ты к ним не дозвонишься. Как в Кремль, ты и то, наверное, быстрее дозвонишься, чем к ним. Они не берут трубки. С оплатой будем писать заявление, чтобы нам сделали перерасчет. Всем стояком писать будем, подписывать. Вот, а больше как еще? Да вот сколько времени я хожу и никак не добьюсь ничего. Так нельзя же работать тоже. Отсылать и все, никаких. Результат вот, я и не больно часто их и вызываю. Вот. А это пришлось вот вызвать, и никаких действий. Улица Больничная, 39. Все сроки просрочены. Замену канализационного стояка, мягко выражаясь, затянули. Согласно договору с ПТС-сервис, ПТС-сервис заверенным подписанным печатью, заверенным печатью подписано, ПТС-сервис обязалась заменить кухонные стояки во всем доме, в том числе в нашем подъезде, в течение 2010-2011 года. В 2011-2012 году заменили на нашей площадке один стояк, сверху донизу, второй стояк почему-то не стали заменять. Мы написали им письменное заявление, чтобы они заменили в марте месяце. В марте же они пообещали, что заменят с 1 сентября до 7 сентября. Работы, вот как сегодня 60-й день, выдолблена яма, кухня убраны, на кухнях жить нельзя, таскаем воду из ванны в комнаты, в кухню, из кухни посуду в ванны. Вот такой вот бордель, и грязь растаскиваем по подъезду, по квартирам. Писали, я лично неоднократно разговаривал с Кабановым, это главный инженер ПТС-сервис. Кабанов был у меня дома, писал письмо Стрельникову, ну и еще более высшей организации писал, пока что вот дело вот на такой стадии, раздолбили грязь. Вот сейчас в моей квартире что происходит? Отодвинута вся кухня, отключена раковина, и приходится таскать посуду в ванную, а из ванной воду сюда. И терпеть вот эти вот неудобства. И так почти во всех квартирах. Кто-то назад сдвинул раковину, но все равно вся кухня-то разобрана. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.